Очень сложно. Получается, ты виноват либо в том, что ты купался, нет, либо в том, что ты стирал. Не. Ты только что признался, да? Одно из двух. Понимаешь, мы, у нас в Булгарии большая река, а у них там в Монголии речки маленькие. Если каждый будет речку стирать, купаться речка, ну там вообще не пить ничего из этой речки нельзя. Хаос начнется! Убивайте уже матрицы. Набрал воды, поставил, купайся, мойся, стирай сколько времени. Не мог набрать, что ли, вместе со своими наконечниками? Поэтому. Это третья статья. Визире! При исполнении! Ну так-то можно наказать. Можно? Накажи. Тоже не наказуемо, да? Мол, быстрее. Не, это потом. Что потом? Поэтому тебя я приговариваю как свидетеля к штрафу 12 дирхем в его пользу. Это 1200 на местные рубли. Мудрый хан, давайте все похлопаем. Подожди. Ты не суетись. Теперь тебя приговорить. Я могу тебя спустить. Один раз, да? Один раз приговорить. Чего ты сам выберешь? Купался или стирал? Стирал или купался? Ой, давай у людей спросим, что лучше, купался или стирал? Я на конечнике. Лучше купался. Купался. Ну-ка, давайте, кто громче, купался или стирал? Стирал! Говорят, и стирал, и купался. Лучше ни того, ни другого. Эй, значит так, ты видел, стирал или купался? Голову мочил. Голову мочил, понятно. Значит, купался. Купался. А может, на конечнике достал? Или тюбетейка стирал, непонятно. Поэтому, за то, что ты тюбетейком стирал. Не стирал я тюбетейком. Я приговариваю. На, посмотри, грязный тюбетейком. Да чистый тюбетейком. Я приговариваю тебя к 20 ударами палком. А за то, что ты купался, я приговариваю тебя к 12 дирхемам штрафа, отдавай мне их обратно. Которые у него заберут. И судебные издержки. Еще 5 дирхемов. И, ну, наконечники мы сами. Ты только точку покажи, где ты. А вы как доставать будете? Как, купаясь или стирая? Тебя туда отправим, тебе все равно уже и купался, и стирал. Какая разница? У меня рабы есть, но наконечники достанет, а потом мы его казним, как положено. Великий хан, можно последнее слово сказать? Давай. Мне пока твои хорошие люди объясняли, как я должен говорить, 25 ударов дали. Ты 20 сказал. Ты мне еще, я тебе 5 ударов должен. У нас мы сняли каждый удар 3 секунды. Мы были, да, можно посчитать, нас спине все остались. Я готов простить честное слово. Давай там, я не знаю, достанем наконечник, очень жалко. Честно, я сам к вода вообще не подойду. Давай там собака. Подалась собака такая есть, это Казань город мой, здесь собака отдалась. Такая. Привезешь? Большая собака. Сбежит. Даст, она нырнет там, даст сурум-бурум. Значит, слушай меня внимательно. Сурум-бурум. Базар идешь, раб покупаешь, раб ныряет, наконечники достаешь. Я у тебя так и быть наконечники покупаю. А можно за деньги вперед? Я раб нет совсем денег. Чего? Не-не-не, я конечно, да, вот. Вот. И 5 ударов, которые ты мне должен, ты я тебе прощаю. Считай, повезло. Мудрый хан. На этом мой ханский суд заканчивается. Завтра будем факира судить, который налоги не платит. Ханский суд сам справедливый. Спасибо.